воображайте. Это самый главный рычаг исполнения всех, без исключения ваших желаний. Ваше воображение, ваш самый главный, всегда доступный вам Господь Бог. Именно воображение создает ваши желания. Воображайте. Хотите яхту? Воображайте. Хотите private jet? Воображайте. Хотите роскошный дом, дачу, квартиру, все, что хотите. Воображайте. Это же ваш Господь Бог. Если кто-то смеется, это только те, у кого ничего нет и никогда ничего не будет. Они не умеют воображать. Они забыли о своем главном Господе Боге воображении. А вы вспомните, это закон Вселенной. Вспомните и воображайте. Воображайте.